Всех приветствую на канале Friendly Ants. Сегодня я вам расскажу о своем формикаре из Лего Египет. Никогда не видел на ютубе заселение формикаре из Лего. И сегодня вы это увидите. Как же я сделал формикаре? Сделал корпус из Лего, гипсовый пол и увлажнитель из гипса. Арена примерно так же сделал и залил на арене пол тоже гипсом. Для переселения буду использовать вот такой вот переходник. Я оставил небольшое отверстие именно для переселения. Буду заселять молодую колонию жнецов. Подключаем пробирку к формикарию, ну а также увлажняем его. Для первого раза я увлажню немножечко побольше. А вот и пошли разведчики. Очень интересный момент. Ну а сейчас я включу быструю съемку переселения жнецов. Наслаждайтесь. Из пробирки их выгоняю светом, ну а формикарий просто закрыл носком. Не буду тянуть и оставшийся расплод с муравьями, я просто аккуратненько вытряхну на арену. Матка переселилась, и остатки пробирки я высыплю аккуратненько на арену. Формику беру в темное место. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!